эфире «Вести Чукотка». В студии работает Анастасия Матросова. Здравствуйте. Губернатор Роман Копин прокомментировал ситуацию с авиакомпанией «ЮТЭЙР» в своем официальном телеграм-канале. Он пояснил, что на авиакомпании, имеющие в эксплуатации лизинговые воздушные суда, наложены санкции. По информации «ЮТЭЙР», идет работа над оптимальным распределением воздушных судов на существующих и планируемых расписанием направлениях. Этот процесс необходимо завершить как можно скорее. «ЮТЭЙР» с 11 марта приступила к продаже билетов с глубиной в 2 недели, а также приостановила продажу через сайт. Перевозчик акцентирует внимание на том, что проблема временная и наладить продажу планируется в кратчайшие сроки. Параллельно правительством округа ведутся переговоры с Аэрофлотом и Seven Airlines об организации регулярных рейсов по маршруту Москва-Анадырь-Москва, говорится в сообщении.